Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим. Ар ким мекемге ак эмгегин арнасын. Жакшылар мындай иштерде жакшыларды жамдасын. Менин тилегим ушул, ушул колу башка бирөөнүн туусун карбап калбасын. Уйга окшоп, ийип калбайлы. Çok koksak büyüyüp kalmayla. Başımda kalpağım durat. Koş gömüldülük benim başka bir oğlum. Baş kimin giyip kalmayla. Çok dersen de bir almaysın. Atın bol basa en almaysın. Çöğünün, çövörünün işlerimenin arz standartı cey almaysın. Надо быть честными, кыргызы организовали митинг против выборов в парламент этих пророссийских партий, о которых я говорил ранее в предыдущем видео. Митинг действительно многочисленный, я не знаю, какое количество там митингующих, но вот самое колоритное видео я вам показал. Мы, казахи-патриоты, конечно же, всецело поддерживаем митингующих, и поэтому я делаю это видео. Но я хотел бы акцентировать внимание на нас. Да? Где эти облизоиды? Где наши облизоиды? Почему нету их вот этих вот знаменитых видеосюжетов о том, что мы, казахский народ, вместе с вами, с кыргызами, как они делают это в сторону белорусской якобы оппозиции, которая всем известна своими кремлевскими ушками. Да, в кыргызском варианте, вот митинги, которые сейчас проходит в Бишкеке, там нет кремлевских ушек, совершенно нет никаких ушей Кремля, и носов тоже, и рук, и ног, и ничего там кремлевского нету. И вот наш Облязов молчит, как рыба в воде, ничего не говорит, не зовет своих сторонников поддержать кыргызов, не придумывают никаких кликух Жээнбекову, хотя можно было бы запросто обозвать его тараканом, правда, у него усов нету. Ну, или назвать там мебелью Путина, например, диван Путина, платяной шкаф Путина, там, ночной горшок Путина. Прекрасно бы эти погоняло бы Жээнбекову подошли. Но наш путинский агент Облязов молчит, как и многие наши ватные СМИ, например, Хренгри Ньюс, тоже ни строчки не написали по этому поводу. Спутник Кыргызстана, правда, выпустил одно маленькое сообщение. Ну, статус СМИ обязывает их это делать. Ждем наших облизоидов с выходом на арену политическую, потому что вот в данном случае я облизоидов бы поддержал, пожал бы им руку, если бы они выступили вот с помощью, с братской помощью братскому народу Кыргызстана. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово, и до новых скорых встреч.